В Белгородской области появился новый глава третьей епархии – Валуйской и Алексеевской. Сегодня в Свято-Никольском храме города Валуйки прошло представление епископа Валуйского и Алексеевского Саввы. 22 ноября в столице патриархом Московским и всея Руси Кириллом была совершена хиротония архимандрита Саввы во епископа. Именно глава Русской Православной Церкви и Святейший Синод направили клирика Воронежского кафедрального собора для управления Валуйской и Алексеевской епархией. На представление съехались благочинные из 7 районов Белгородской области. В епархию будут входить приходы Валуйского, Алексеевского, Веделевского, Ровенского, Волоконовского, Красненского и Бирючанского районов. Я считаю, что в современных условиях надо развивать миссионерскую деятельность, работу с молодежью. Мы должны нести Слово Божие людям, но и в первую очередь не просто нести, а и себя спасать. Серафим Саровский сказал такие замечательные слова, кто стяжет частичку благодати Духа Святого, вокруг этого человека тысячи спасутся. Поэтому пример подавать и от людей, от паствы тоже требовать достойной жизни христианской.